Итак, чтобы изготовить такую ракету, нам потребуется ПВХ-труба толстостенная длиной 150 мм, смесь калиевой селитры и сахарная пудра в соотношении 65% калиевой селитры, 35% сахарной пудры. Всю эту смесь хорошенько перемалываем в кофемолке на образование однородного порошка. Бентонит, который используется в кошачьих наполнителях для туалета. У меня оказался технический бентонит, я его измельчил также в кофемолке. Он потребуется нам для заглушек нашей ракеты. Сначала мы берем бентонит ложечкой, аккуратненько, понемножечку. Сталкиваем его на 20 мм туда, по чуть-чуть. Потом заглушкой трамбуем при помощи молотка. Понемножку сыпем и трамбуем. Понемножку сыпем и трамбуем. Дальше. Аналогичным образом мы проделываем с горючей смесью калиевой селитры и сахара на 90 мм и в конце 20 мм бентонита. Опять же, понемножку осыпем и трамбуем. После этого нам нужно будет проделать с этой стороны четко в центре отверстие сверлом на 6-7 мм. В идеале на всю длину горючей смеси. У меня сверло хватит почти на всю длину. Проделываем отверстие, вставляем фитиль. Примерно нечто подобное должно у вас получиться. Вот такой вот ракетный двигатель вышел. Технический бентонит, на удивление, очень плотно и крепко держится. Сверлышком на 6 я просверлил отверстие практически на всю глубину горючей смеси. Вставил туда фитиль. Осталось приделать сюда только стабилизатор в виде палочки длиной 50-70 см. Прикручу его просто скотчем. Вставить какую-то бутылку, трубу, поджечь фитиль и наблюдать полет ракеты. Просто полет ракеты, это, конечно, интересно. Но не прикольно. Я решил немножко проапгрейдить свой ракетный двигатель. Что я сделал? Вместо вот этой верхней заглушки я посадил часть 20-кубового шприца на термоклей. Пиптик, на который насаживается иголка шприца, я обрезал. Плотненько упер горючую смесь, залил термоклеем. Сюда помещу какую-нибудь пиротехническую смесь, которая будет взрываться, когда твердое топливо ракетного двигателя уже прогорит. Это должно быть на пике высоты. На этом все. Если вам понравилось данное видео, не забывайте подписываться на канал, делиться им с друзьями, ставить лайки и писать комментарии. Если это видео наберет 10 тысяч лайков, то я расскажу, что за пиротехническую смесь я добавил в боеголовку. Всем спасибо. Пока.